Хотел бы дать короткий ответ в связи с моим обращением в Конституционный совет. Это абсолютно рутинный вопрос государства. С 1995 года, с момента принятия Конституции, в Конституционный совет было 220 обращений, в том числе 22 моих президентских обращений. Это нормальный процесс, пробелы бывают в законах, и Конституционный совет специально создан. Закон о Конституционном совете дает такое право Конституционному совету толковать пробелы, которые есть в Конституции, в законах. И это такой же случай рутинный. Например, мне задавали вопрос, вот в Конституции не определен, в каких условиях по доброй своей воле может оставить этот пост, то есть уйти в отставку. Нету этого. Во всех конституциях мира это есть. В связи с тем, такой вопрос мне задавали, я попросил Конституционный совет разъяснить это. Еще сейчас будет обращение, например, в случае принудительной работы. Только по закону, только те, которые уголовно осуждены, могут направляться на принудительную работу, а те, которые получили административные взыскания, тех нельзя отправлять, улицу подметать. Хотя это заменило бы ему лишение свободы. И ничего такого нет, и шуметь вокруг этого не надо. Конечно, всех интересуют самые интересные вопросы, это выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там все четко расписано. Когда выборы происходят, когда срок проходит. Да, у президента по Конституции, законам есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально работать.